5 937 000 тонн весит корова Беларуси. Убрать осталось всего 8% площадей. Минская область покорила рубеж 1,5 миллиона. В тройке лидеров по намолоту также Брестский регион и Гродненский. План по поставкам зерна в счет госзаказа выполнен на 85%. Вместе с этим аграрии приступили и к другим полевым работам. Количество индивидуальных предпринимателей с начала 2021-го выросло почти на 9 тысяч. Сейчас их 273 тысячи. За полгода они уплатили в бюджет свыше 357 миллионов рублей. Самый большой вклад обеспечили бизнесмены с упрощенной системой налогообложения. В Беларуси полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Так, материальную помощь к школе получили порядка 73 тысяч многодетных семей. Это более 10 миллионов рублей. Все выплаты проходят по госпрограмме «Здоровье народа». Их размер до 30% бюджета прожиточного минимума. Но конкретная сумма устанавливается регионами с учетом их финансовых возможностей. Новый вулканизационный пресс введен в эксплуатацию на Бобруйско-Белшине. Он первый из 16. Все они будут установлены в рамках инвестпроекта. Благодаря им на предприятии начнут выпуск цельнометаллокордных шин. Диаметр 25-29 дюймов. Обувать планируют погрузчики, строительную и карьерную технику. Православные сегодня отмечают Преображение Господне. В народе праздник известен как Яблочный Спас. В этот день в храмах проходит богослужение. Священнослужители надевают белые одежды и читают специальную молитву на освящение плодов нового урожая.